jag hyru har det här i ersom svart jag hyru kuta genta karna kuta jag pegang här i ersom hidup jadi berarti svart jag hyru svart jag hyru. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. В 9 главе своей книги Исаия называет Иисуса князем мира. Это означает, только Иисус может примирить людей с Господом Богом. Кроме того, Господь Иисус Христос дает мир людям, которые угодны Ему. Когда Иисус родился в этот мир, ангелы и огромные небесные воинства хвалили Господа. Ангельский хор пел «Слава Богу в вышних! Мир на земле и благоволение в человеках!» Что ответят люди? Если спросить их, чего больше всего на свете, они желают. Большинство из них скажет: «Я хочу жить счастливым, я хочу мирной жизни». Вы понимаете, дело в том, что каждый человек ищет счастье и мира по-своему. Одни ищут счастье в богатстве, другие ищут счастье в работе, третьи ищут счастье в популярности. Однако, жизнь показывает, ничто из перечисленного не дает счастливой и мирной жизни. А вот что сказано в 48 главе книги Исаии: «О, если бы ты внимал заповедям моим, пророк говорит, тогда мир твой был бы как река». Исаия говорит: «И правда твоя, как волны морские, и семя твое было бы, как песок, и происходящее из чресл твоих, как песчинки, не изгладилось бы, не истребилось бы имя его предо мною». Выходит так, что секрет к счастливой, мирной жизни открывается в неизменном и безошибочном Божьем Слове. Первый стих 118-го псалма звучит так: «Блажен, находящие в законе Господнем». Итак, люди, живущие по закону Бога, будут иметь счастливую, мирную и радостную жизнь. В первом псалме написано следующее: «Блажен человек, который не ходит на совет нечестивых людей, он не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа, воле Его и о законе Его он размышляет день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время своем, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, он добьется успеха, он добивается успеха во всех начинаниях». Давайте скажем это: «Все, что я буду делать в 2021 году, увенчается большим успехом, потому что я люблю Слово Господа, я размышляю о Божьем Слове и день, и ночь. Я очень люблю Его. Провозглашайте это утверждение с верой. Аминь». Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah firman Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti
seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. А теперь пойте со мною. Apa saja yang saya perbuat pasti berhasil. А вот что сказал Иисус в 11 главе Евангелия от Иоанна. Иисус сказал ей: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет». Потом Он сказал: «И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовеки». Веришь ли сему? Вот первое значение этого слова для тех, кто верит в Господа Иисуса Христа. Телесная смерть — это не конец всего. Это скорее дверь, через которую мы входим в вечную жизнь с нашим Господом Иисусом Христом. После того, как верующие воскреснут, они больше не умрут. У христиан будет обновленное тело. Это будет бессмертное и прославленное тело. Мы больше не будем болеть, не будет слез печали, наши тела будут здоровыми, они никогда не будут стареть. Мы всегда будем радоваться тому, что станем жить с Иисусом. Как счастливы те, кто верит в Господа Иисуса Христа. А вот и второе значение евангельского отрывка «Я есть воскресение и жизнь». «Верующий в Меня, если и умрет, обязательно оживет». В этом мире смерть понимается как то, что не оставляет никакой надежды. Поэтому для людей, которые верят в Иисуса Христа, всегда есть надежда. Возможно, кто-то из телезрителей сейчас говорит: «А как же мне вылечиться? Мне не на что надеяться. Как мне восстановить семью? У меня нет никакой надежды. Как мне восстановить свой бизнес? Все просто безнадежно». Хочу сказать вам важную вещь. Для нашего всемогущего Господа Иисуса Христа нет такого понятия, как отсутствие надежды. В Господе Иисусе всегда есть надежда. Нет ничего невозможного для Бога. Нет ничего невозможного для тех, кто верит. Бог желает, чтобы мы верили в Него. Помните, когда Иисус услышал весть о болезни Лазаря, Он не ехал к Нему 2 дня. В конце концов, Лазарь умер. Что сказал Иисус после того, как узнал об этом? Вот что пишет нам Иоанн. «Тогда Иисус сказал им: Лазарь умер, и радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали». Иисус зовет своих учеников прийти к могиле Лазаря. Когда Иисус пришел на то место, Лазарь уже 4 дня лежал в могиле. Кажется, что Иисус ждал момента, когда все посчитают ситуацию безнадежной. И тогда Иисус начал действовать. Прошло 4 дня, и Иисус воскресил Лазаря из могилы. Разве у вас не было ситуации, когда казалось, что во время трудности Бог бездействовал? Да, вы горячо молились Богу и ждали ответа, но все казалось безнадежным. Но когда ситуация достигала критической точки, приходил Христос и выручал нас. Иисус целенаправленно учит нас, основываясь на том, что Он говорил: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет». Это означает, что Господь Иисус
всегда видит надежду. Спаситель Иисус всегда решает все проблемы. Пожалуйста, повторяйте за мною. Нет ничего сложного для Господа Иисуса. Это совершенно нетрудно для Господа. Он позволяет проблемам приходить к нам. Наш Создатель побуждает нас верить, когда мы не видим никаких перемен. Возлюбленные, Отец, Ты видишь своих детей. В Твоей славе они поднимают руки к Тебе. Отец, вступая в этот год, они нуждаются в Тебе. Отец, помоги им начать новый год. Исцели тех, кто болеет. Исцели их во имя Иисуса. Исцели их, прошу. Господи, когда Ты рядом с нами, Ты исцеляешь нас. Исцеляешь каждого из нас во имя Иисуса Христа. Поверьте в то, что Иисус исцелил вас. Если вы верите в то, что вы исцелены Иисусом, то повторяйте за мною.